Всех привет, водный путь Йордан. Вот, я не могу не брать отношение в твой вопрос, потому что я могу услышать слова Иоанна Стоева Асенова, USA, от рот нашу дочку. Нашу. Не только то, а и то. Вот, ну, защищая и Польшу, все понятно. Вы все-таки остались преданы та старая администрация, которая вся работает за США и за предателей. Зато и у вас не угодно, чтобы мы объединились опять в то, что я представляю, один большой союз, потому что то тогда у вас та власть, которая сейчас коррупции и все остальное, пусть не было бы уже. Конечно, она же подошла вся в руках председателем или секретарем. Тот союз или объединение или договор будущее United Several Nations или новый формат СНГ или ОНД, как вы хотите, эти 9 государств, которые мы были на встрече 9 мая. Конечно, это у вас никак не нравится, хотите прожить там, только идти все время вокруг миром, иметь та жизнь, которая сейчас у вас на самом деле. И потом пусть потоп у вас все-таки. А если мы объединились, то тогда никого нас не, мы, не был мог и трогать уже в будущее. Конечно, это необходимо усилие. Усилие. То тогда у нас уже и долгах не были, и войной никто не задумался. Не и задумался никого, никто идти на войну против нами. Вот тогда те позиции у вас уже не будут на самом деле такие, какие сейчас. А может быть, будет нужны больше усилий от вами тоже тогда. А может быть, тогда уже вы будете и не необходимы, будет нужны новые люди, которые вот все того и заняться. Ну, я же то говорю на все людей в мире, чтобы они знали, кто. Каждый слов я могу услышать от нее. Да, это слова USA. Через каким-то образом польский народ в рот нашей дочки. Да, вчера услышал, так, ну там был, мой контроль не был на все возможен забраться Гина, потому что, конечно, у меня ничего гейского нет, а может быть и в тот парень. Ее шеф, скажем так, шеф, нет, я ее босс. Слышал я тоже, как пытались так мещаться. Ну, может быть, только, скажем так, было чуть-чуть меньше прозрачно. Ну, конечно, наши дочки, они еще очень молодые, не имеют тот опыт сам собой скрываться. Ну, как сказали, вот уже все видно. Ну и весь день мы об того и разговариваем, конечно. Что на самом деле, конечно, еще собственность и контроль в руках тех самых. Надеемся, что, может быть, это есть какой-то
вариант, чтобы мы переделали в будущее. Если нет, то пусть похуй, да. Они сами с собой закончат, они так и показали, то уже, конечно. Ну, если меня, вот, видно было, кто меня просыпал после этих 30 лет. Союз, да. Наш союз, который был раньше. А раньше того был Единая Россия, а раньше того многие княжества, которые опять были в каком-то смысле в союзе, чтобы устоять эпохальным способом. Я же как-то русский медведь всегда был здесь, только он любит спать. Ну, вот что на самом деле происходит. Да, если меня просыпали, то те самые у них, которые у меня самые большие врагов, они видели, как вы сам собой будете закончить раз и навсегда. Как что-то очень большое там идет того, что меня никак не нравится. Не только того в большую игру. А меня то очень много притесняет, как есть какая-то тайна. На самом деле, что-то происходит там с моей дочкой. В тот материальный аспект на нашу реальность из измерений, в которые сейчас находимся, как обычные люди тоже. Это уже мне. Вот. Ну. Так. Было что-то другое, что сказать, но я же уже объяснял, что не намерен продолжать вся эта коммуникация. Все-таки, чтобы знали вы, как. Ну, там Шойгу, Ясен и все остальные, что происходит на самом деле. Ну, и солдатах они, кажется, вот, них не знают, зачем пошли воевать, если только отправили их для тей самой, против которой воюют, пусть они самые находятся в ту самую ситуацию, и те самые еще пусть будут те, которые потом будет опять на самом деле. Вот мы все должны объединяться и пусть поставим конца в того, все того. Вот. Так и будет. Я путь показал. Война закончится сразу. Все остальное тоже ясно. Всех 9 аспектов нашей жизни. Там есть еще что-то. И для та собственность, с которой разговаривали. Пытается везде меня уверить, что то предложение на самом деле не обдумывает. Увидим, что будет на самом деле. Ну, ожидаю я, сказал, уже 9 вещей, как 9 линий, которые, ну, конечно, многие от них, они сами меня заставили поставить. Я ж поддерживаю на 100%. Но и все то остальное должно быть исполнено тоже. Есть кто-то сегодня меня опять долгое время обманывали. И на улицу что-то тоже. Потихоньку это все разобрется. Мы уже идем найти, где финал все того идет.